Чем кормить чихуахуа в домашних условиях? Владельцы чихуахуа должны знать все не только о характере этой породы собак, но и о том, как и чем их кормить. От правильного питания чихуахуа зависит продолжительность жизни питомца и комфорт хозяев, которым не придется бегать по ветеринарам. В надежде избавить собаку от страданий, связанных с неправильно работающей пищеварительной системой или ожирением. Не зная, чем кормить чихуахуа, обращаются к специалистам заблаговременно до возникновения проблем. Зачем нужно правильное питание? Чихуахуа – маленькая, но очень подвижная собака. Для восполнения утраченной энергии ей нужно не просто регулярно и много, но и правильно есть. Правильное питание, основанное на балансе витаминов, минералов, полезных веществ и вкусе потребляемой пищи, залог здоровья животного. Лучшая пища для маленьких питомцев, недополучающие нужного им количества качественных кормов собаки, часто болеют у щенков и взрослых. Псов могут возникать проблемы с желудком, наблюдается задержка роста. Становятся вялыми, если пса перекармливают или кормят жирной пищей, он быстро становится ленивым, прибавляет в массе, теряет интерес к подвижным играм. К сведению, правильное питание независимо от того, дает собаке сухой корм или натуральные продукты, позволяет избежать негативных возрастных проявлений. Любимец семьи гарантированно проживет дольше, если хозяева точно знают, что едят чихуахуа. Итогом неправильного кормления становится ожирение, страдает сердце и весь организм собаки. Основа рациона чихуахуа и правила кормления. Правильно питающейся можно считать собаку, получающую пищу комнатной температуры, имеющую доступ к воде в поилке, ее меняют не реже 2 раза в день. Летом принимающую пищу не чаще 1 раза в день. В меню которой нет объедков с обеденного стола. Получающую постоянно только свежую еду. Не употребляющую сладости печеньями и конфетами нельзя кормить. Важно, последний раз собаку кормят примерно в 19:00, после этого только утром, даже если пес очень просит. Чем кормить чихуа нельзя? Взрослых псов кормят не чаще 2 раза за день. Миска должна оставаться чистой. Если пес не съел пищу, ее выбрасывают и в следующий раз уменьшают порцию, возможно, питомцы перекармливают. Разрешается кормить как натуральными, так и сухими кормами. Натуралка для чихуахуа. Владельцы домашних животных часто выступают за кормление их исключительно натуральными кормами. И в этом есть свои плюсы. Хозяин точно знает, что продукт качественный и свежий. Ежедневное меню собаки делается более разнообразным. В еде нет консервантов и красителей, содержащихся даже в очень хорошем сухом корме. Разрешается кормить чихуахуа. Нежирным вареным мясом курицы или индейки подойдет говядина или телятина. Морской рыбой отваривают и вынимают кости. Злаковыми каши из овса, пшена или гречки очень полезны. Овощами и фруктами питомцы любят хурму, яблоки, морковь, кабачки, но овощи нужно варить. Кисломолочными продуктами полезна смесь из кефира, творога и фруктов. Вареными яйцами, субпродуктами. Вместо мяса, но не чаще 2 раза в неделю. Обратите внимание, в кашу желательно добавлять немного оливкового или подсолнечного масла. Токсичные, вредные и опасные продукты. Токсичные и вредны для здоровья собаки. Продукты, содержащие кофеин, шоколадки, печенье, лук, репчатый, любые виды перца, в том числе и болгарский, содержащие большое количество соли пища. Все бобовые. Макароны. Любого вида. Кости особенно полые изнутри. Еда, содержащая алкоголь, питье. Фрукты и ягоды, в которых есть косточка вишни, гранат, авокадо. Сухофрукты. Мускатный орех. Грибы. К сведению, опасно давать собаке брокколи даже в вареном виде. Не стоит поить пса свежим молоком, это может стать причиной насморка или нарушения пищеварения. Кипяченое остуженное молоко давать можно и нужно. От этого лакомства собака не откажется. Особенности кормления сухими и готовыми кормами. Чихуахуа кормит влажными и сухими кормами, учитывая следующие особенности различных видов готовых продуктов.
На пакете с кормом должно быть написано что-то вроде «для маленьких пород собак в смеси для больших собак». Более калорийны. Корма градированы по возрасту, щенков запрещено кормить смесями для взрослых собак. Влажные корма полезны, но они быстро портятся, поэтому про запас их лучше не покупать. Важно, сухой корм для чихуахуа и консервы не смешивают. Если планируется давать разные по составу и консистенции корма, то их дают поочередно. Обычными гранулами собак с проблемным желудком не кормят, таким животным подходят исключительно специальные смеси с щадящим составом. Чем кормят щенков? Витамины и пищевые добавки для маленьких собак. Чихуахуа и другим маленьким собакам полезно давать витамины для улучшения пищеварения, качества шерсти, роста. Это могут быть витамины группы, содержатся в XL Broes Aerst, BAT помогает улучшить состояние шерсти и кожи. Комплексы витаминов, включая витамины А, D, E, В12, Volmer, Winsome Pro Bio Booster. Обратите внимание, для улучшения работы пищеварительной системы во многие БАДы добавлены пребиотики, что может отрицательно сказаться на вкусе таблетки. Если животное отказывается самостоятельно употреблять полезную добавку, необходимо растолочь капсулу или таблетку в порошок и смешать с едой, питьем. Перед тем, как давать витамины питомцу, консультируются с ветеринаром. Возможно, в этот период жизни организм собаки в дополнительных стимулах не нуждается, и обычного сбалансированного питания будет достаточно. Кормление щенков. Щенков от рождения и до года кормят следующим образом. Молоко матери – это лучшее, чем кормить щенка чихуахуа, можно и нужно в возрасте. От 0 до 1 месяца. Прикорм с 1-2 месяца. Сбалансированный натуральный и сухой корм для щенят. Лучший прикорм производят Royal Canin Breed, Acana, Hills, Go Natural. Полезно кормить щенков мясом курицы и индейки, теленка должно составлять 30-35% ежедневного меню. Творогом, простоквашей и ряженкой. Еще 30% от получаемой каждый день пищи. Овощами, вареная морковь, тыква, кабачки, свекла. Примерно в середине недели щенку скармливают один вареный куриный желток. Фрукты можно перетирать в кашицу и давать в таком виде. Больше всего маленькие чихуахуа любят бананы и яблоки. Их натирают на терке и смешивают с творогом. Для развития челюстной мускулатуры щенков. Кормят сухариками. Дают погрызть морковку. Покупают хрящи, кости нельзя, даже куриные. В качестве прикорма дают нежирный творог и соскобленное с кости говяжье мясо. Из него скатывают шарики и кормят ими щенка. Если есть свежее козье молоко, то несколько раз в месяц полезно давать щенкам и его. Коровье молоко дают, только если жирность его сведена к минимуму и до достижения собакой 4-месячного возраста. Корм для чихуахуа, предназначенный для щенков, дают не реже 6 раз в день. По мере взросления, начиная с 1,5 месяцев, рацион щенков расширяют, включая вареные овощи, фрукты, печень. Обратите внимание, не все щенки сразу соглашаются попробовать незнакомую для них пищу, первое время придется кормить насильно, проталкивая мясо или творог в рот. Постепенно собачка научить разжевывать пищу самостоятельно, и в кормлении против воли надобность отпадет. 6-месячных собак кормят как взрослых. Начиная с 2 месяцев, количество кормлений начинают сокращать сначала до 5, потом до 4-3, годовалую собаку кормят утром и вечером. Какая пища полезнее? Чем кормить взрослую собаку породы чихуахуа в домашних условиях? Щенков на постоянное место жительства определяют в 2 месяцах, когда собака уже научилась самостоятельно питаться, имеет собственные предпочтения, касающиеся рациона. Не зная, чем можно кормить чихуахуа в домашних условиях, лучше поинтересоваться этим у заводчика. Первое время придется делать так, как прежние хозяева, если влажный корм давали, продолжают кормить той же пищей, если сухой, покупают той же марки. Как только собака акклиматизируется, необходимо решить, как ее кормить дальше. Так, если выбор склонился в сторону сухих кормов, то и дальше придется кормить ими. Смешивать или чередовать натуральную пищу и сухие корма нельзя. Это перегружает кишечник, у собак могут возникнуть проблемы с отделением кала и перевариванием еды.
В домашних условиях чихуахуа кормят ежедневно овсяными и гречневыми кашами, кефиром или ряженкой с утра, мясом несколько раз в неделю, вареными овощами и фруктами на вечер. Важно, собак еженедельно нужно баловать творогом, кефиром, ряженкой. Если есть возможность, делают мясные нежирные котлетки, замешивают фрукты с кисломолочными продуктами, той же кашей. Если у собаки есть проблемы с желудком, то кормят в соответствии с особым, одобренным ветеринаром, меню. Вредная еда. Как правильно кормить беременных и кормящих собак? С наступлением беременности увеличивают количество продуктов, содержащих кальций. Чаще дают творог, сыр, яблоки, цветную капусту. Гречневые каши заменяют геркулесом. В организме вынашивающей потомство собаки в больших количествах скапливается белок. Это неплохо, но примерно за одну неделю до предполагаемых родов содержащую белки пищу исключают из рациона. Никакой рыбы или мяса. Вскармливающих щенков суп кормит усиленно, увеличивая положенные порции, едва ли не вдвое. Чтобы у собаки всегда было молоко, ей нужно чаще давать творог, вареные яйца. Лучшие готовые корма для щенков. Совсем маленьких щенков кормит мать, но постепенно их переводят на натуральную пищу или корма. Лучшими среди готовых кормов считаются те, что относятся к премиум и экстра-классам. Важно, если щенок только учится питаться самостоятельно, выбирают сухие корма с мелкими гранулами. Собаке будет легче разобраться с тем, как их следует есть, нагрузка на челюстной аппарат окажется меньше. Выбрать подходящий сухой корм будет правильнее, чем кормить чихуахуа со стола. Большим спросом пользуются Barking Heads. В составе присутствует утиное мясо и рыба форель. Содержится также некоторое количество батата и чечевицы, картофеля. Искусственных добавок, привлекающих запахом, производитель не предусмотрел, поэтому некоторые собаки едят корм неохотно, пока не привыкнут. Ветеринары рекомендуют давать Barking Heads псам, у которых отмечены проблемы с пищеварением. Happy Dog Supreme Fit and Temp Well Adult Mini – неплохой и сравнительно недорогой корм. В составе его присутствует мясо ягненка и птицы, а также рыба. Подходит для собак весом до 10 кг. Kanagan for Small Breed Dogs at Country Game. С удовольствием этот корм потребляют щенки и взрослые собаки. В гранулах содержится мясо птиц, кролика и оленя, а также яблоки, шпинат, морские водоросли. Есть гороховый и картофельный белок, но в приемлемых и вполне допустимых количествах. Важно, если щенок до покупки привык к определенному виду корма, нужно осторожно вводить новый продукт, внимательно наблюдая за реакцией собаки после каждого кормления. Итог неправильного кормления. Выбор идеального готового корма. Рейтинг. Идеального корма фактически не существует, но некоторые производители действительно помещают в упаковку то, что написано на этикетке. Стоимость у качественных сухих смесей, конечно же, высокая, но здоровье собаки этого стоит. Чихуахуа нежелательно кормить дешевыми кормами, лучше полностью перевести на натуральную пищу. Almond Nature Holistic Adult Dog Small. Корм относит к супер-премиум классу, он считается полностью сбалансированным, содержит оптимальное количество протеинов, витамины и полезные вещества. Его выбирают владельцы собак, склонных к аллергии. Вкус может быть любым, чаще всего это курица, ягненок или белая рыба, лосось. В корме нет красителей, но он вкусный, собаки охотно его потребляют в пищу. Страна-изготовитель, Италия. Pina Pro Plan Small and Temp, Mini Adult. Предназначен для маленьких собак. Вкусный, сытный, не содержит вредных примесей, красителей и ароматизирующих веществ. Собаки с удовольствием поглощают его в больших количествах, поэтому необходимо строго следовать плану кормления, не давать больше, чем положено. Grandorf 4 Meat and Temp Brown Rice. Сухой корм для взрослых собак. Чаще всего производят со вкусом кролика. Содержит злаки, относится к смесям, которые скармливают именно небольшим псам, потому может содержать бурый рис. Считается гипоаллергенным. Now Natural Fresh Small Breed Recipe. Не содержит злаковых. Относится к классу холистик. Производитель уверяет, что смесь 100% мясная.
В составе корма присутствуют пребиотики, улучшающие пищеварение. К сведению, гранулы зеленого цвета имеют форму клеверного листка. Natura Gold Holistic Indoor Dog Microbits относится к энергосберегающим кормам. Потребляя его, собака быстро восстанавливает силы, становится энергичной. Смесь хорошо усваивается, собакам очень нравится, поскольку обладает привлекательным запахом и вкусом. Производится в США, Bosch Mini Adult Lamb & Temp Rice. Рекомендован для кормления собак, плохо усваивающих белок. Гранулы адаптированы для маленьких собак со слабыми, не способными разгрызать твердую пищу, зубами. Основной вкус – ягненок. Чихуахуа – интересные собачки, очень подвижные и энергичные. Много бегая и прыгая, они постоянно испытывают недостаток в еде, восполнить который, не перегружая желудок, можно посредством кормления. Собаки сбалансированными, насыщенными витаминами кормами. Это может быть натуральная пища или сухая смесь консервы. Главное, определиться с видом и придерживаться определенного рациона в течение всей жизни песика.